Уже придумали, как будете проводить новогодние каникулы? Этот вопрос мы задали подписчикам в нашем паблике. И вот что получилось. 2% полетят на юг, 4% купят то, на что копили весь год. 6% участников опроса собираются бегать на лыжах каждый день. 14% планируют ходить в гости. Еще столько же будут работать все новогодние праздники. 20% готовятся смотреть сериалы и мультфильмы. Ну и самый популярный вариант – буду отдыхать дома с семьей. Так ответили 69% респондентов. Этот же вопрос мы задали пермякам на улицах города. И вот что люди говорят. Ну, скорее всего, поеду в гости к бабушке. В город будем гулять, кататься на снегокатах. Возможно, ребенок будет кататься на сноуборде. Ну, если погода позволит. Далеко бабушка живет? В Соликамске. Дома отдыхать. Дома ничего не делать. Так много работы, что надо отдохнуть. Да, конечно. Конец года. Баня, лыжи, баня. Бег. Вот. И в новогоднюю ночь обязательно прогуляться вот отсюда и на Петра, Петра и Павла. Вот, там, да, кстати, открыта церковь. Ночью, да. Да, это два года назад. Ну, не важно. Да. Короче, заходим. Был священник, его помощник и мы двое. Работать и готовиться к сессии. Лежать, отдыхать. Какие планы? Не знаю. Наверное, отдохнуть? Ну, я на пенсии, мне что отдыхать, я и так не напрягаюсь. Значит, увидеться с родными? Ну, или с внуками, да, буду, или сама с собой. Ну, нет, пахать не буду. Поеду к родителям домой. Это далеко? Нижний Новгород. Вот. Что будете там делать? С семьей проводить время. У нас всегда очень большая компания, родственников собирается, на елку обязательно сходим. В общем, будем гулять, вкусно кушать и общаться.